расплескалась синева по бутылкам. Зимой именно точки несанкционированной торговли стеклоомывающей жидкостью чаще всего попадают в поле зрения специалистов муниципального контроля и сотрудников органов внутренних дел. На пересечении улиц Станка и Маяковского магазин на колесах появляется ежедневно. Но сегодня лавочку придется свернуть раньше обычного времени. Жидкой торговли здесь у вас отсутствует? Торговлю вы непосредственно осуществляете, будете здесь, да? Понятно. Откуда приехали? Таджикистан. Что? Таджикистан. Таджикистан, замечательно. А вы продавец здесь? Да. Оправдываться бесполезно. Вот незадолго до того, как на торговую точку нагрянули ревизоры, нашей съемочной группе удалось снять на видео факт продажи. Клиентов у серых продавцов немало, ведь цены обычно ниже, чем в точках розничной торговли. Но в погоне за экономией покупатели забывают об опасности. Несмотря на яркие надписи, уверяющие в обратном, жидкость с большой вероятностью может содержать метанол. Мы даже как простой потребитель не можем быть уверены в качестве этого товара. На него, как правило, нет ни сертификации, как правило, некому предъявить какие-либо претензии, если товар был некачественный. Но в данном случае качество товара лежит за рамками нашей компетенции. Нас интересует именно факт осуществления торговли. Молодой человек звонит владельцу магазина на колесах, но это бесполезно. Хозяину выгоднее остаться в тени, свалив ответственность на продавца. К организатору торговли претензий намного больше. Должна быть регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Также на данные товары должны быть соответствующие документы. Это сопроводительные документы, сертификаты соответствующие данного товара. Если данные документы отсутствуют или нет регистрации в качестве юрлица или индивидуального предпринимателя осуществляется, значит, нарушается кодекс административного правонарушения, а именно статья 14.1. На первый раз пойманные с поличным нелегальные торговцы, можно сказать, легко отделываются. Предусмотрен штраф продавцу в размере 1000 рублей. Но если полицейские зафиксируют повторное появление автолавки, достаточно всего 3 факта, чтобы усмотреть систематику. Тогда организатору придется ответить перед законом. К слову, эту точку в ближайшем будущем правоохранители без внимания не оставят. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.